Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Добрыне в конце апреля исполнилось 10 лет. Анна Ковальчук была замужем дважды. От первого супруга, актера Анатолия Ильченко, в 2000 году она родила дочь Злату. Вторым мужем звезды сериала «Тайны следствия» стал миллионер Олег Капустин. В 2010 году актриса подарила любимому сына Добрыню. 30 апреля мальчику исполнилось 10 лет. Анна Ковальчук крайне редко делится подробностями личной жизни с поклонниками. В ее блоге не так много фотографий, а те, что есть, в основном кадры со съемок. Но в честь десятилетия сына Добрыни актриса сделала исключение. Она разместила забавное видео с мальчиком. 42-летняя звезда похвасталась чувством юмора наследника. Парень очень похож на маму и растет настоящим красавчиком. Ковальчук родила сына от своего второго мужа Олега Капустина. Анна не раз признавалась, что справляться с домашними хлопотами ей помогает свекровь. «Я вообще практически не готовлю. Мне очень повезло со свекровью, она о нас заботится, постоянно передает в контейнерах и первое, и второе. Она знает, что любит мой муж Олег и дети. И мне делает что-нибудь из овощей, которые сама выращивает в огороде. Все блюда у нее получаются вкуснее, чем в любом ресторане», — признавалась знаменитость. Кстати, после развода с первым мужем актрисе удалось сохранить с ним хорошие отношения. Отец Златы, актер Анатолий Ильченко, постоянно общается с дочкой. «Расстались мы абсолютно спокойно, без скандалов и конфликтов. Решение было обоюдным. Просто в какой-то момент стало понятно, что отношения себя исчерпали, а все попытки их наладить бесполезны. Так получилось, что наши дороги разошлись». Но Злата никогда не прекращала общаться с отцом. При том, что и моего мужа Олега, отца Добрыни, она считает родным человеком. «Все мы прекрасно ладим». Летом Злата ездит в Кисловодск, в гости к замечательной бабушке, Талиной маме. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!